Родовая тема продолжает раскрываться. Вот как намерение на год было поставлено проработать род. И вот тема, вот все какие-то текущие мои задачи, проработки себя лично. На клиентах я тоже это вижу. Как раскрывается то, что заложено генетически, заложено в роду. И сегодня смотрю свой баланс доходов и расходов. И как-то я переваливаюсь больше в расходы, чем в доходы. И стала смотреть, почему этот баланс нарушен. Оказалось, третье поколение, генетические, вот эти родовые травмы, связанные с потерей денег. А что такое третье поколение? Третье поколение – это родители моей бабушки. Это как раз начало века, это там и раскулачивание, это там и уплотнение в квартирах, расселение и потеря имущества, вплоть до убийства, потери жизни. И вот, оказывается, на баланс доходов и расходов влияет вот эта родовая травма. И вот сколько можно стараться, сколько можно делать, писать планов, ставить цели, к этому идти. Но вот эта родовая травма постоянно будет сваливать в дефицит, постоянно будет стремиться к тому, чтобы денег вообще не было, чтобы либо их быстро все тратить, как говорят, когда деньги руки жгут, либо к тому, чтобы их просто не было, просто избавляться от них быстро. Вот один из примеров. Поэтому этот год, видимо, родовой год, так и будем прорабатывать. В этом месяце, с 13 февраля, мы начнем работу с семьей. Семья – это тоже такой момент, часть рода, наша такая социальная ячейка. И, конечно, семья – это самые близкие нам люди. Ближе никого нет, именно семья. И это не обязательно родственники, это, конечно, наши мужья, наши жены, конечно же, наши дети, наше будущее. Но я еще дополнительные анонсы все выложу. Всем хорошего дня желаю и, конечно, желаю баланса доходов и расходов.